Итак, друзья, сейчас я нахожусь на сайте com.ss.ru, ссылка в описании. Здесь можно скачать эмулятор Windows 10X. Значит, нажимаем «Скачать». Вот я этим сейчас занимаюсь. Потом я, у меня получается только Microsoft Emulation. Вот. Открываем приложение. Здесь, друзья, он мне сразу же предлагает, запускаем его. Вот, скачиваем, устанавливаем Microsoft Emulation. И дальше, друзья, он предложил мне здесь две версии Windows 10X, значит, Windows 10 Emulator, и я его вот выбрал из двух, вот этот самый последний, после чего он скачался, 4,5 гигабайта примерно, и давайте сейчас нажмем старт и посмотрим, что же произойдет. Ну, и ничего не происходит. Там есть и второй способ, друзья, скачать как и прямо из Microsoft Store, да, тоже там есть другое приложение, и у меня тоже, значит, установить на моих устройствах у меня не получилось установить, ну, естественно, мне предлагают тут два устройства, естественно, установить, давайте на двух, пускай установят на двух, окей, но, друзья, я вам сразу же хочу сказать, что моих устройств. Видите, происходит опять какая-то ошибка, но я вам, забегая вперед, хочу сказать, что ничего, выполняется попытка установки. Короче, не получается. Вот этот шаг не получается. У меня, значит, сейчас я вам хотел, ладно, показывать. Короче, на ноутбуке и на ПК вот доходит полосочка, да, где-то, я не знаю, там 5% остается, да. И все, повисает, дальше не идет полоска, все, и на ПК, и на ноутбуке этот метод не получается. Ну и второй метод, это через Microsoft Emulation, Microsoft Store, тоже, как вы только что видели, тоже у меня почему-то не получается запустить, к сожалению, к великому сожалению, все заново повторяем. Вот он у меня уже там. Ну смотрите, один не получилось установить, вот первый я установил, давайте сейчас попробуем установить. Второй стал. Ага, там какая-то идет ошибка. Тогда сейчас закроем все остальные. Так. Остальные окна. Закрываем. Ну, давайте сейчас попробуем. Эх, тоже не хочет. And no error while trying to. Короче, что-то идет, но что-то, помните, но что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Я, если честно сказать, то давайте еще раз download emulation image. Сейчас он найдет. Вот, давайте сейчас второй отсюда хотя бы попробуем. Ну, видите, уже. А, я понял. Давайте тогда еще раз запускаем вот этот. Идет ошибка, и мы его сейчас удаляем. Даже удалить. Failed to delete device, адресным вызовом создал исключение. Друзья, ну видно, что тут все такое сырое, такое, блин, нерабочее. Плюс я так себе отношусь к Microsoft Store. Я думаю, что сами, значит, сотрудники Microsoft относятся тяп-ляп, потому что приложения там ужасные зачастую, ну, по крайней мере, бесплатные. Ну и вот очередное приложение Windows 10 Emulator тоже, как видите, не работает. Друзья, я просто для чего это все делаю? А значит, напишите ваш способ, как установить Windows 10X. Я хочу установить, я пытаюсь установить официальными пока методами Microsoft. Это не получается. И я в печали, потому что я очень хочу установить. Друзья, все, ну, по крайней мере, видите, что вы не пытались, я уже за вас проверил два способа, да, через Microsoft Emulator, либо второй там тоже через какую-то эмуляцию. Windows 10 Emulator Image, он скачивает вроде его, он его, ну, вот сейчас вообще не может, он на одном стал, да, устройстве на ноутбуке, а на втором он даже не хочет сейчас почему-то в ожидании. Друзья, вот такая вот новость, все очень плохо.
Но ссылку я размещу в описании. Здесь, смотрите, у нас статья вообще это про Windows 10 на comss.ru. Очень хороший ресурс. Ссылка в описании, друзья. Значит, а для того, чтобы скачать эмулятор, здесь вот можно пройти эмулятор Windows 10. Выпустила свой эмулятор для двухэкранных складных. Может быть, потому что у меня не двухэкранное, не складное устройство. Может быть, поэтому, друзья. Может быть, поэтому. Друзья, ссылка на статью будет в описании. Всего доброго, всем пока. До свидания.